Хочешь чистый город? Начни с себя. Коллектив телеканала «Самаргиз» вышел на общегородской субботник. В этот день монтажеры вместо лишних планов обрезали кустарники. Операторы фокусировались на упавшей листве, а бухгалтеры подсчитывали мешки с мусором. Убирали территорию рядом с офисом на улице Чернореченская. Весна – это время пробуждения. Это когда должна быть легкость, чистота, а после зимы остается и старая листва, и ветки. Все это лучше, конечно же, убрать. Когда ты убираешься, ты, во-первых, приносишь пользу, это физическая нагрузка. Ну и плюс, когда ты потом смотришь на то, что ты сделал, это чувство удовлетворения. Режиссер телеканала Валерий Осипов тяжело переболел коронавирусом, лежал под ИВЛ. Говорит, после такого испытания особенно трепетно относишься и к жизни, и к весне, и ярко воспринимаешь пробуждение природы. Хочется помочь ей отряхнуть остатки зимы. Солнце, воздух, как говорится. Я, переболевший коронавирусом, прям дышу полной грудью, поэтому еще встретиться со всеми вот в такой неформальной обстановке, ну, это просто, мне кажется, надо начинать жить опять, как говорится, возвращаться к жизни. Сотрудники телеканала убрали с газонов мусор, обрезали кустарники, прорыхлили цветы и собрали опавшую листву. Результат работы – свежая зелень на клумбах и несколько мешков мусора. Потом подложим. Отлично! Виктория Шара и Николай Сидоров. События.